Кино не всегда было звуковым. В то время, когда в кинотеатрах не было звука, озвучкой фильмов, кинофильмов, часто занимался пианист, топер. Он на ходу импровизировал, в то время как зрители смотрели фильм. Искусство импровизации прошло огромный путь за последние 100 лет. Вот. Сформировались даже разные традиции импровизации. Мы начнем с одного из известных знаковых фильмов из истории кинематографа, который называется «Нетерпимость». Это фильм 1916 года. Многоплановый, сложный, из глубокой истории Вавилона, из древней истории Вавилона, события о завоевании Вавилона персами. Здесь я почувствовал, что можно изобразить этот отрывок этого фильма некой бесконечной мелодией. Импровизационная мелодия, которая подражает звуку духовых инструментов, этнических инструментов, флейт, может быть, армянского дудука, может быть, турецкого, среднеазиатского инструмента.
«Носферату» — один из первых фильмов ужасов. Фильм, снятый в 22-м году, повествует нам о вампирах. По сути, изложена классическая история графа Дракулы. Сейчас нам кажутся смешными эти образы, но тогда, по свидетельствам очевидцев, люди падали в обморок от страха при просмотре этого фильма. В этом фильме резко меняются образы, видеообразы, резко меняются видеообразы, и, соответственно, в музыкальном сопровождении это отразилось. Образ счастливой пары в начале ролика, и образ вампира, который восстает из гроба, образы страха и загадочности, сказочности. В конце эпизода, когда наступает рассвет, кричит петух, появляются светлые, соответственно, музыкальные образы, изображающие этот рассвет и наступление нового дня. «Метрополис» — знаменитый кинофильм режиссера Фрица Ланга из Германии, снятый в 27-м году. Фильм интересный, и он предвосхищает, он в чем-то угадывает будущее. Вообще в фильме изображены два мира. Верхний мегаполис
в верхний мегаполис, где живут богатые люди, и огромное подземное пространство, где трудятся, по сути, рабы, люди-машины. Присутствует образ Молоха, который поглощает этих людей. Для картин, изображающих верхний город, где живут богатые люди, я выбрал джазовую тему. Легкая, но в то же время, как мне показалось, урбанистическую тему. Вот, с четким ритмом, с яркими джазовыми аккордами. Вот. Для изображения подземного мира мне пришли в голову остинатные аккорды, может быть, жутковатые сочетания звуковые, которые подчеркивают механистичность этого места жуткого подземного. Давайте я покажу. Музыка для меня прежде всего профессия, но это, конечно, и увлечение,
и хобби. Приходится заниматься разными стилями, разными видами музыкальной деятельности. Эти разные виды мне помогают, наверное, узнавать и себя, и узнавать окружающий мир.